Мы на месте. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Хорошо, визуально что-то видно? На ней как слизь какая-то. Она говорит, я доверю, только уберите с меня это. Слизь? Да. Хорошо, включая внутренний белый свет Марине, этим светом она выдаляет из себя всю эту слизь. До 100% все это выходит и формируется перед ней в шар. Пошел процесс. Белая слизь в шаре. Отправляя слизь в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Марины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марины. Находит все. У меня спрут вышел к слизи. Спрут. Кто еще? Хамелеон. Хамелеон. Инкуб. Инкуб. И джин. Какой джин? 71-15. У нас золотой джин или полузолотой? На него присутствует синий цвет в ногах. Сам золотой. Интересно, джин, интересно. И на что ты зашел? Тебя кто-то приглашал? На желание. А какое же это было желание, что приходит джин? Расскажи-ка. Не мне, Марине расскажи. Марина... Красивая жизнь. И давал ты ей эту красивую жизнь? Нет, я ее поставил в определенные рамки. Хорошо, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года и 7 месяцев. Контракт есть у кого-то из присутствующих? Джин здесь... По-моему, по рангу выше всех. Итак, джин, есть контракт у тебя с ней? Соглашение. Соглашение. Хорошо, значит, будем его аннулировать сегодня, твое соглашение. Так как Марина наверняка не знает, что она заключила соглашение с джином. Марина, вы знаете о соглашении с джином? Нет, никакого соглашения я не делала. Мы проверим. Сегодня все это будет видно. Итак, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Марины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогену и низкоаббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкоаббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марине. Усилию потоки в 50 раз. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. Хамелеон, сколько ты находился? 5 лет. Где сидишь? Сердечная чакра? Сердце. Жму. Жмет сердце. Вот это хамелеона работа. Усиливает все во много раз. И спрут со своей слизью. Что ты здесь делаешь? Сколько ты находишься здесь, в этом биополе? 8 лет. Кто из присутствующих есть еще в квартире? Спрут. Джин. А джин? Ну вот, конечно, джин. Как же без дома-то? Хамелеон инкуб, безусловно, не имеет. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. Ей потоки идут, и ей идет от джина информация. Он ей пальцем грозит и говорит, красиво жить хотела, а меняться не хотела. Он показывает, что чтобы красиво жить, нужно изнутри себя менять. А она не может сдвинуться, изменить в своей жизни что-то. А почему? Другие знания, другие работы, обучение, развитие. Страх это... у нее есть, поэтому она ее поставила в такие рамки, чтобы она наконец меняться начала. Это и было их соглашение. Нормально. Реверс закончился. Вот это поворот, ты посмотри, джин, по идее, это мои слова должны быть. А тут, оказывается, ты еще обучаешь кого-то. Но я же полагаю, ты обучал кого-то не за просто так, правильно? Ты же, наверное, что-то брал за это. Энергию брал. Вот. Иначе что бы ты мог переработать свои золотые монеты? Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Марина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Марина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Готово. Начинаем с вытаскивания. Джин, выходить не надо. Джин, втягивай себе всю пыль, все подключки, все, что ты оставил в ее биополе. Приступай. Но он такую сетку, как клетка энергетическую, с нее снимает из своих энергий. Готово. Инкуб,
Инкуб, скажи, ты был причиной того, что у нее не получалось наладить отношения с противоположным полом? Никто не нужен. Ну, это да, это твое мнение, конечно. Как люди видели, как мужчины видели ее? Как ее воспринимали? Грубое лицо, грубое тело. Нет нежности, нет понимания, нет сочувствия. Хорошо. Нет холодной красоты, есть грубость. Ну, грубость это, конечно, мужлан. Чистота не совсем приятная. Хорошо, инкуб, выходи, снимай все, что я оставил, возвращайся назад, приступай. Она маску снимает, как пелену так убирает с нее. Ну, так они ее видели через эту маску, все верно. У нас же недавно был инкуб, который делал маску свиньи, помнишь? Все снял. Идем дальше. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, забирай все свои энергии, возвращайся назад, приступай. Она плачет от его. От кого? От его действий. Он ее вводит в состояние. Хамелеон? Жалости, да. Ну, и жалко себя. Это самая страшная чистота, Марина, когда себя начинает становиться жалко. Душа должна быть крепкая, должен быть дух, и то именно этим вы можете побороть всех этих сущностей. Если этого нет, вы ничего не делаете, а просто жалеете себя, так жизнь не проходит. Слезы – это есть энергия, которой он питался. Низкими, все верно, правильно, слезы – это не энергия радости. Все убрал? Готово. И спрут, выходи, снимай все свои подключки, отключайся, возвращайся назад, приступай. Здесь в голове полная каша из его этих слизи, энергии его. Уши у нее закрыты. Уши? Да, присосками. Это чтобы она не слышала или как? Никого не слышит. Слова не доходят до нее. Только то, что в голове у нее должно быть. Остальное принято или в обиду, или в оскорбление. Все понятно. Хорошо, Марина, обратите внимание на эти слова. Здесь добавить, в принципе, нечего. Вы сами генерируете негативную энергию своими действиями. Он все снял. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Марины с спрутом, хамелеоном, инкубом и джином. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Она говорит, они били по самым моим больным точкам, так я и попала в их сети. Рассинхронизация закончилась. Если вы знаете, что это больные точки, значит, надо сделать, переосмыслить, и чтобы они не были больными точками. Проработать это все делается. Включаем. Там я здесь. Что? Потом я здесь. Все верно. Включая внутренний белосвет Марине, этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, и шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Марине, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. У меня с джином есть канал. Остался канал висеть у нас. Все верно, с джином договор был, аннулирование контракта. Итак, Марина, возвращаемся к нашей теме, контракт с джином. Вы не помните о нем, но он существует. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Марина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю это, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. На нее вышел контракт с джином в виде какого-то сосуда. Пусть повторяет за мной. Внутренней власти моего суверенного я объявляю. Распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, и такая голубая, как-то неоновая энергия возвращается. Энергия желания. Хорошо. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты, этот сосуд, все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Аннулировано. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Контракт расторгнут, джин. Идем дальше. Подхожу к Марине и помогаю моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Отлетел. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Все. Начиная отпускать спрут и джин, вы сейчас пойдете в квартиру Марины, соберете все, что вы там оставили. Я приду, проверю. И после этого отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно.
Открывается два портала в квартиру Марины. В один идет спрут, в другой идет джин. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Все, закрыли. Инкуб и хамелеон. Вы готовы уходить? Готовы. Открывая внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба, забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. И открывая наверху один портал на чистоте хамелеона, забирая все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая, Вера? Лист там еще осталось его, да? Он собрал ее. Хорошо, пусть забирает. Меньше уничтожать клетка придется. Клетка пустая. Поехали дальше. Пошел, подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Марина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Радостно, спокойно. Я мерцаю определенной энергией и чувствую себя защищенной. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры и собаки Деа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаемся от Марины. Квартиру ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной двери квартиры Марины. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Да, я здесь. Пошел процесс. А значит, здесь арахноид. Да. Есть. Спрут. Да. Джин. Есть. Черт. Черт. Неупокоенная душа и одна воронка. Под воронкой, открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Спрут, ты все собрал? Да, он в душевой кабине внизу на полу был. Все собрал. Хорошо. Больше не приходи ни в это биополе, ни в эту квартиру. Я буду проверять. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, все потомство, если таковое есть. Возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Где-то в теплых местах, возле батарей, за ними. Угу. Коконы у него там. Все собрал. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Идем дальше. Джин, ты все собрал? Собрал. Собрал. Джин, готов уходить? Готов. Джин больше в это биополе не придет, как и в эту квартиру. Джину понятно? Да, понятно. Хорошо. Значит, мы все поняли друг друга. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Джин забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим к неупокоенной душе. Неупокоенная душа, представься. Как тебе обращаться? Эрика. Эрика, как давно ты находишься в этой квартире? Она показывает. У нее в руках кошка, у кошки сломана лапа. И что это значит? Эрика везла ее в больницу и погибла вместе с кошкой. Несчастный случай? В квартире она 5 дней. Понятно. Ты пришла, ты знала, что мы будем ее чистить и можем открыть, да, портал? Да, она вибрации прочувствовала. Хорошо, Эрика. В каком возрасте ты закончила свою земную свою жизнь, это воплощение? 37. Понятно. Хорошо, не буду тебя больше задерживать. Ты готова уходить в светлый портал? Да, готова. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Эрика идет в этот портал и встречает куратор, все ее... Все, кто ее знали и любили, по ту сторону встречает ее. Встречает ее? Она благодарит. Во благо. Закрывая, печатая, растворяй. Подожди. Да. Она просит отправить ее питомца на ее чистоту. А где он? У нее в руках кошка. Да, она не может с ней идти. Открывается портал, светлый портал, кошачий мир. 1, 2, 3. И кошечка идет в этот портал на свою чистоту. Она говорит, иди, мой друг, отпускает ее в этот портал. Каждый по своим порталам разошлись. Готово. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Есть. Хорошо, идем дальше. Черт у нас остался. Черт. Какой у нас черт? 4-5. Переходит 4-5. Давай, выходи, собирай все, что ты оставил в этой квартире. Все комочки, одеялки, сеточки, все, что ты на собаке установил. Все забирай, возвращайся. Все собрал.
Показывай мне сейчас, пошли по квартире, показывай мне, где порталы, я буду их закрывать. После этого могу тебе собрать весь негатив в дорогу, который находится в этой квартире. Устраивает. Пошли. Он показывает на стену красную, и у нее в середине дребезжание такое и холод. Видишь это место? Да. Открываю внизу воронку в галактическое ядро. И этот портал вместе с фантомом и частицами портала уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Идем дальше. Спальня зеркала, она стоит прямо напротив кровати, из него смотрят на нее. Открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Там еще второе зеркало стоит. Готово. Идем дальше. В коридоре стена за шкафом. По всему периметру этой стены за шкафом открывается воронка в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Да, есть. Идем дальше. Но он показывает угол в кухне за холодильником справа, но там пока нет портала. Волнует? Он начинает снизу открывать. Снизу пробивается. Хорошо, открываю внизу в этом месте воронку в галактическое ядро. И портал вместе с фантомом его и частицами уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Идем Все. Дальше. Возвращаемся к клетке тюрьмы. Даю команду начать риск эмоций, мыслей и чувств. Космически больше, он такой рыхлый, а эмоции плотные, такой шар ровный. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, черт, забираешь свой шар? Забирает. Отправляю черту его шар. Готово. Готов уходить? Да. Найди новое место обитания в квартире, мы все будем запечатывать. Тебе это понятно, да? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Черт забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. Готово. У нас мы всех отправили, да, Вера? Да. Хорошо. На счет три появляется перед тобой тонкая копия собаки Дэя. Дэя стоит перед нами. Да, здесь. Привет, Дэя. Мы пришли тебе помочь. Тебя тут черт обижал, нам сказали, да? Восстал масштаб. Хорошо. Включай внутренний белосвет Дэя. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Но с ней выходит, она и натыкалась на подключки черта, ловушки и энергии холодной из порталов. Так и вышел есть. Шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, в макушку головы Дэи начинает поступать необходимое количество ей собачьей энергии. 1, 2, 3, потоки пошли. Наполняет ее, усиливает. И частота вибрации Дэи поднимается до комфортного ей уровня. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дэя, как ты себя чувствуешь? Все она хорошо? Показывает лайт. Ай, молодец. Хорошо. Скажи, ты хочешь что-то хозяйке передать? У тебя есть какие-то желания? Я могу ей передать. Смотрит она на нее в глаза прямо. Любит она хозяйку. Любит хозяйку. Ну и хозяйка тебя любит тоже. У тебя есть какие-то желания? Может, корм другой? Нет, желание быть с хозяйкой рядом. Хорошо. Значит, желаний нет. Отлично. Будем тебя возвращать назад. И возвращаем тонкую копию Дэя в ее систему биоробот-душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом. Готово.